На планерном совещании, прошедшем в администрации Северского района, обсудили несколько важных вопросов. Один из них – борьба с контрафактной продукцией. Несколько лет в муниципалитете работает межведомственная комиссия по противодействию обороту контрафакта. Ее основная задача – постоянный мониторинг торговой сети. С 2019 по 2023 годы изъято из оборота более 10 тысяч литров алкогольной продукции. Снято с реализации 265 килограмм недоброкачественной пищевой продукции. Изъято 2700 единиц товаров легкой промышленности. Более 1500 пачек табачных изделий. Размер штрафных санкций превысил 1 миллион рублей. О ремонте дорог и тротуаров за весенний период отчитался глава Новодмитриевского сельского поселения Игорь Головин. Улицы грейдируются, отсыпаются, следят в населенном пункте и за санитарным состоянием территорий. Кроме того, мусорить в поселении скоро станет очень даже наказуемо. Здесь устанавливают более десятка камер видеофиксации и фотоловушек в местах несанкционированных свалок. Несколько камер уже работают, видео с них отправляют напрямую стражам порядка для составления протоколов.